Всем привет, с вами Дагот, я играю в Morrowind, это Альдрун. Здесь я только что сделал ежедневное задание Айшландеров, точнее парочку заданий, что дают пока, кроме шмоток и кусочков на крафт вещей в таком стиле, я не знаю. Ну, на всякий пожарный посмотрим. У меня еще из двух ежедневных заданий, которые взял я в веке, когда я зачищал век, есть еще одно. Подкинуть записку в лагерь возле Балморки. В лагерь контрабандистов и продавцов лунного сахара, скумы и, в общем, такого всякого якого. Я туда, собственно говоря, сейчас собираюсь пойти. Где там эта хренька? Вот. Заглянуть в этот данжик. Это соло данж, я в нем уже был, судя по цвету на карте. Он отмечен как пройден. Ну, видимо, задания у меня тогда не было этого. Ну, однозначно не было. Иначе выполнил бы. Ну, я так подозреваю, что это долго не будет. Будет достаточно быстро. Осталось только найти, где вход. Отмечено у меня, что там еще скайшарп есть не исследованный. Да выпрыгнишь ты отсюда, вот и елы-палы, горе луковые. Ага, вот и фут. Так, Зайнсипилу. Зайнсипилу, да. Соло данж Зайнсипилу. Ну, видимо, тогда я еще бегал без апдейченного мода. У меня целая плеяда модов, которые модифицируют интерфейс, некоторые плюшки показывают в игре. Вот, и не показывало меня, что здесь есть данж. В смысле, этот, как его, Skyshard. Ну вот, сейчас туда и пойду. Культ у меня в откате, но я надеюсь, что быстренько я его набью. У меня как бы будет возможность даже с пачкой мобов разгребаться. Ну, как я уже говорил, стрёмно будет выглядеть тема. Вот в такой вот лагерь контрабандистов прийти их перевалить целую пачку. После этого подкинуть им туда ложную информацию по поводу выращивания лунного сахара и все такое. Но сценаристы посчитали по-другому. Мне тогда рассказывали, что стоит попробовать сделать это. Да, я помню, здесь гулял. Что стоит сделать поход здесь в стиле стелс. Ага, наверное, где-то подо мной проход будет. Да, я просто не нашел, видимо, под водопадом этот заход. Не обратил на него внимания, поэтому не нашел, собственно, этот скайшарп, судя по всему. Сколько тут насекомых? Ну, что сказать, приныкали классно, товарищи из игры. Так, а вот и скайшардик пропущенный. Еще и как раз сразу же один скиллпоинт. Как я удачно сюда зашел. В этой комнате я не был, я думаю, имеет смысл ее зачистить, побегать по сторонам, посмотреть что да как. Thank you.
Хотя не особо похоже, что здесь что-то такое выдающееся есть. Приныкано или... Ну, собственно говоря, похоже, это и все. Да, в качестве лута с этих мобов убитых больше дается, чем я нашел там в этой комнатке. Ну, не считая скайшарда. Скайшард, конечно, это очень правильная, хорошая штукенция. Так, ладно, окей, надо пробраться вглубь этой земли, закинуть пару записочек. Причем, я так понимаю, идея была в том, что меня не видели. Отстань! Все, я злой. Буду вас убивать. Так, надо подойти к проходу. Там проход где-то был наверху. Где-то здесь был мостик. Да, вот здесь был мостик. Ребята, вам показалось. Ну, ладно, раз вы настаиваете умереть, придется вас убивать. Блин, что название? Black Dark. Темно-черное. Положил. Осталось забраться вглубь этой земли дальше. Тут пацаны просто зачистили все. Заходи, пока следующая партия контрабандистов не нарисовалась. Подкладываем необходимые данные, и как бы все этим заканчивается. Ой, забавно, забавно. Так, все, нужно ехать в Вивек, сдавать этот квест. Опять же, в Вивек проще всего спортироваться. Это не просто, а очень просто. Этим я сейчас и займусь. Ну, не считая долгих прогрузочек, но я думаю, все равно это быстрее, чем добежать до конца данжа. Может быть, пару мобов зацепить, еще с ними повоевать. Потом дождаться прогрузки, пока ты выйдешь оттуда. Потом добежать до телепорта, телепортироваться. Ну, в общем, это все долго, нудно, муторно. Здесь все-таки получше это реализовано. Возможно, в этом Ицимис есть всех вот таких вот домов, что там можно быстро телепортироваться. Если не в каких-то интересных местах расположены, куда нужно бывает возвращаться, то, наверное, да, в этом есть какой-то смысл. Давай, грузись. Так, ну что, у меня для тебя хлама сейчас побольше стало.
который можно отдать заодно поремонтиться после смерти. Так, это не пригодилось, а зря, а жаль. Здесь ничего, был хлам вот такого плана. Все, есть, понеслись. Так, а не в этом ли папилончике мне сдавать квест? Нет, видимо, на улице стоит там чудик. С кем пообщаться нужно. Не понял, с гостиной зайти, что ли? Может, у него отдельный вход? Раньше в таких вот... Нет, не отдельный вход. Может быть, и отдельный, только наверху. А раньше были вот такие комнатки мелких торговцев, можно было зайти вот так снаружи. А, просто наверху, я понял. В плазе. Пройти я хочу, просто пройти. Привет, чувак. I hope you're here to report your success. Can't afford to have Skooma invade Vardenfell. Да. Anything to stop Skooma from invading Vardenfell is worthy of a reward. Hopefully one day we can stop this operation in its tracks, but for now, you've done a great deal to prevent these bandits from reaching their despicable goals. Окей, очередное ежедневное задание выполнено. Осталось только посмотреть, что нам за него дали. Дали сундучок. Hall of Justice Explorers Dispensation. Так, из него Medium Armor. Такой, как нам, нет, только на 2 левела лучше. Более прокачанный, чем у меня. Ну, естественно, я его сейчас одену. Ну и кусочек на, собственно, Armor Morak Tong. Так, класс, я здесь в Вивеке. Есть смысл попробовать заглянуть. Может, у них есть еще эти ежедневные задания. И, может быть, даже сейчас по-быстрому получится что-то сделать. Одеть. Этим сейчас я и буду заниматься. С вами был Дагод. Всем удачи. Пока.